Всем привет, ребята, меня зовут Саша, вы канале Рыбка Плей. И сегодня мы с вами, ребят, посмотрим еще одну интересную информацию. Сделал я еще достаточно много квестов у одного NPC-шки. Сейчас вместе с вами посмотрим, какой. Итак, поехали. Хочешь купить робуксы по самой низкой цене? Тогда тебе точно следует посетить сайт Robux Shop. Всего за 100 рублей ты сможешь получить 275 робуксов. Ребята, это не шутка. А удобный и понятный интерфейс сделают твою покупку легкой и непринужденной. Но если ты хочешь получить робуксы абсолютно бесплатно, тогда тебе точно следует посетить группу ВКонтакте. Здесь ты можешь участвовать в активностях, можешь выполнять различные задания и за это получать робоксы абсолютно бесплатно. Все ссылочки в описании. Итак, ребят, как вы знаете, у многих NPC каждый там 50-й, 100-й, 20-й, там 500-й квест дает какую-то интересную награду. Так вот, есть NPC у нас, да, который называется Honey Bee. Вот, и у нее помимо Бисмос квеста есть еще квест, который нам просто она дает, да, то есть на сбор токенов меда. Так вот, ребят, этот квест что-то опять скоряво открылся. Роблокс заколебал. Он вроде закрываешь, открываешь все перед видео. Он почему-то вот так коряво открывает. Ну ладно, все равно видно и не страшно. Вот осталось Honeysuckles и все выполнены. Осталось вот всего лишь 13 тысяч. Я просто вот последние два дня практически с утра до вечера у меня стоит компьютер. И я сидел весь день вчера, фармил. В общем, осталось, короче, 13 тысяч всего лишь хани токенов собрать. И мы выполним Honey Bee квест. Вот этот вот, который Honey Raid называется. Вот. Ну и также у нас выполнен квест вот на 20 тысяч токенов. Ребят, это получается у нас один квест 500 штук плюс 500 плюс 500 плюс 500. То есть получается это у нас... какой по счету? 40-й примерно. В общем, давайте посмотрим, что нам она даст за этот квест. Очень интересно. Так, давайте сдаем. Старожеле 1 610 000 меда и conversion boost. Ну, короче, вы поняли, ребят. Каждый 10-й квест у Honey Bee пчелы вы получаете старожилейку. Вот следующий квест 2500. И теперь до, получается, 25 тысяч. Да, все правильно. 25 тысяч до 30 квеста мы будем 2500, 21, 21500. То есть там, получается, нужно собрать сколько там? Больше 100 тысяч хани вот этих токенов, чтобы еще раз получить от нее старожилейку. Вот. Очень интересно, сколько вообще она чего даст, если выполнить у нее там, не знаю, 100 квестов, там, 1000 квестов. Ну, мне кажется, у нее будет всегда одинаковая награда. Вот, так что, кто не знал, ребят, вот такая вот информация специально для вас. Вот, Honey Bee дает каждый 10-й квест старжелейку. Если у вас он почти выполнен, и вам нужна старжелейка, можете заморочиться, добить и старжелейку свою у нее забрать. Вот такой вот короткий ролик, ребят. Дальше будем снимать что-то интересное. Я погнал. Вам спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик. Всем удачи и всем пока-пока.